«Дружба прошлого с настоящим». Кинопрокатная компания «Русский репортаж» выпускает на экраны кинотеатров нашумевшую анимацию номинанта на «Оскар» Ари Фольмана «Где Анна Франк?». Работа израильского режиссера Вальс с Баширом номинировалась на главную кинопремию и принесла ему «Золотой глобус». Лента «Где Анна Франк?» основана на всемирно известном «Дневнике Анны». Это семейное кино, где серьезные темы рассказаны понятным всем поколениям языком. Дружба, первая влюбленность, невероятные приключения. В музее, где хранится дневник школьницы, подробно изложившей историю своих переживаний в годы Второй мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась записями, сходит со страниц. Она ничего не знает о судьбе Анны и отправляется на поиски. Незримое присутствие Франк в современном Амстердаме ощущается повсюду. Найти реальную девушку непросто. Смотрите, где Анна Франк во всех кинотеатрах с 5 мая.